В общем, я не знал, как начать это видео. Решил сделать так вот, чтобы без монтажа и так далее. Немножечко поговорим. Суть в чем? Как вы знаете, давно уже нет видосов. Я сказал, сделаю перерыв и так далее. И да, я сделал перерыв и так далее. Это понятное дело. Но я решил обновить компьютер. Ну, чтобы как минимум картинка была поинтереснее. Вообще собирался начать на видео записывать 12 апреля, на День космонавтики. У меня вышел первый видос. Блин, я уже не помню, какой год там, вот это, то ли 15-й, то ли 16-й, не помню уже, неважно, там на канале можно глянуть. Вот, и как бы... Сначала были такие мысли, то есть сначала хотел отдохнуть недельку, потом думал, мне все-таки побольше отдохну, а потом решил обновить компьютер, думаю, ну все, сначала уже компьютер соберу и как бы все. То есть видосы выйдут позже. Это во-первых, то есть сегодня где-то 16-е, не знаю, ну там что-то в районе около Пасхи и так далее, неважно. Но суть в чем? Серж, у него до этого ник был какие-то иероглифы. Написал вот такую идею. И я задумался. А ведь реально. Вот у меня еще кристалка, Рагнарок, центр. Если не ошибаюсь, три карты осталось только. Вот. И я реально задумался. А может сделать их модовыми? То есть... сейчас сюда хочу глянуть. Так, Сфьорд, Лост Айсленд. А, Вулгуэр еще. Четыре карты. Во, четыре карты. Что-то не сходится. Вот. Кристалка, Вулгуэр, Рагнарок и центр. Вот, вот, вот. Ну, не считая примитиву. И вот я реально задумался. Может... какие-то моды, типа Primal Fear, ну то есть глобальные моды, именно не карты, то есть, а глобальные моды. Интересно. Вот. И вообще, без сценария, без ничего, говорю как есть. Я этот видос еще откладывал уже 4 дня, пытаюсь все записать. Решил уже пора записать, чтобы уже было время почитать комментарии. Может, вы подскажете какие-то моды, ну, то есть название, можете ссылку прям на мод, допустим. Вот, мод, у него есть ссылка, если через браузер открывать, это легче, нежели вот так вот. То есть, ну вот, мод ID, к примеру, да. Ну, лучше, конечно, название, либо ссылку. Тоже такая норм тема. В общем, про глобальные моды. Опять-таки, да, чтобы все-таки так будет, думаю, поинтереснее. Прям, реально, мне самому уже просто-напросто неинтересно делать каждый раз одно и то же. Вот прям, вот реально, каждый раз одно и то же делаю, и прям уже аж бесит это. Это, во-первых, то есть одна из новостей. А другая из новостей... Господи, прости. Другая из новостей. Есть вот такой вот, как они говорят, самый лучший портал. В общем, во-первых, сервер Арк закроют, выпустят платный ремастер. То есть у нас Арк закроют. Частные сервера будут работать, официалки не будут работать. Это стоит учитывать. То есть они полностью переведут на Unreal Engine 5 и все. То есть больше на официалках, ну то есть в этот арк мы сможем играть только на неофициальных серверах. Как это будет реализовано, черт его знает. Ну, в общем, да. Будет видно, что как где. То есть, если вы не знали, ну, так вот просто. О чем вам об этом рассказать? Также Арк 2 вообще перенесли на конец 24-го года. То есть, даже про новый этот, про новый Арк на движке, на новом движке, как он будет называться, не помню, в общем, где-то на конец лета, что ли, о нем говорят. А Арк 2 там вообще такие зоопарки, и что на конец... вот.
Ascent будет. То есть Арк 2 вообще на конец 24 года, короче, перенесли. И просто называется забей. Поэтому в этом плане, конечно, очень смешно. На 1 апреля. В общем, в этом плане, конечно, очень смешно то, что мы сделаем вот это, мы сделаем вот это. Блин, чисто классические современные разработчики. Мы перенесли раз 50, а потом выпустили. Это, конечно, смешно и грустно. Вот, где игры здесь перенесли на конец 24 года. Опять-таки же, это не означает, что... А, даже в 23-м году не собираются демонстрировать. Вот. Это не означает, что она в конце 24-го года выйдет, если что. То есть можно Арк 2 не ждать, забейте, забудьте, короче, все. Если... Вот я для себя уже понял, что вот это так. Это что касаемо Арка 2. И честно, ну, вот я не знаю, если вы знаете что-то про то, как будет сервер работать, ну, по идее, чисто вот логика, я думаю, что просто не будет официальных серверов, будет просто модовые сервера. То есть вот вкладка модового сервера и все, короче. Только вот они будут. Конечно, сомнительно вот эта фигня. Да, штука прикольная, типа Unreal Engine 5 будет красивый и все в таком духе. Ну, камон. Я понимаю, для чего они это сделали. То есть, они, во-первых, это новый движок. К нему нужно привыкнуть, надо научиться. И что-то, чтобы создать что-то новое, нужно попрактиковаться на чем-то старом. И вот они на чем-то старом, то есть просто практиковались и перенесли на движок пятый. И такие думают, ну, попрактиковались, давай еще на этом бабки заработаем. И вот что-то типа того решили по коду сделать. Это мои личные догадки, но я думаю, это примерно так было. То есть им нужно было где-то практиковаться, а практиковаться на том, что ты уже знаешь, то есть это как срисовывать картину. Тебе не нужно что-то придумывать, ты просто срисовываешь картину, которую ты видишь перед собой, либо там нарисовать дерево, на которое ты смотришь, да, то есть это вот суть то же самое. Поэтому Арк 2 можете не ждать. Когда-нибудь, возможно, выйдет, но это не точно. А по Арк 1 я лично точно не собираюсь его покупать второй раз. Да, улучшенная графика. Вот. Я лучше первый раз Skyrim куплю. Вот все говорят, купи Skyrim. Если ты не купил Skyrim, то значит ты не геймер, да? Старая шутка. Но... я его ни разу не купил, а даже в него ни разу не играл. Ну, в общем, не суть. В общем, Арк 2 я уже не жду. Торопиться, как говорится, некуда. А значит, можно спокойно брать какие-то глобал моды и устраивать там чуть ли не по 50 серий на один, на одну карту. Во-первых, карта посмотрится... Во-вторых, Синемакропс и Фенрир будут по сравнению с модовыми диносами, это вообще и ни о чем. А вот, бляха-муха, главное, чтобы они не сдохли случайно. Вот, и, ну, там все равно что-нибудь да придумается. Ну и, что немаловажно, будет очень сильное разнообразие как для меня, так и для вас. Что немало, я думаю, важно. Но есть вот прям нет, категорически нет, только не моды, тоже можете писать. От этого зависит то, что будет дальше. То есть, как бы это тоже немаловажно. То есть, во-первых, моды не моды. То есть, ну, глобал моды, опять-таки же, понятное дело. Ну а во-вторых, какие моды, то есть есть моды. Вот, это тоже написать. Ну, а во-вторых, соответственно, это. Да нет. В общем, как-то вот так сумбурно. У меня есть еще просто 12 часов ночи. Я вообще сейчас думаю, надо выложить и уже пойти спать. А то фиглив. Фиглив. Откладываю все постоянно и откладываю. Все. На этом уже точно все. Я надеюсь, что кто-то где-то что-то напишет. Возможно, кстати... Слушайте, я думаю, может стимпанк установить. Вот без шуток. Я давно с ним не играл, а мод прикольный. Ну, мне нравится, там всякая хрень делается.
Возможно, стимпанк установлю тоже. Кстати, а почему нет? Тоже, вот и не про глобал моды тоже можно написать какому-нибудь типа стимпанк. Почему бы нет? Ну, он же сочетается со всякими другими. Давайте уже играть в моды, камон. Игру пройдено, а все остальное это будет самоповтор. Тем более, кристалка, ну, там, да, что-то новое, но не так уж и много нового. Даже на Lost Island не так уж и много нового было, но там было прям такое кайфовое в плане мира. Пещеры, сам мир, вот это все было сделано намного кайфовее, нежели в других. Фьорд, ну это фьорд, это фьорд. Там, как говорится, компиляция всего и вся, что было придумано. Тоже клевая карта для ПВЕ. Волгуэра, Кристалка, Рагнарок, Центр, это уже идут обычные карты. Даже в Примитив Плюзе больше толку, чем в этих картах в этом плане. Но хочу их тоже пройти. Да, там есть какие-то свои фишки, но не так уж их и много. Особенно, ну, на Кристалке еще есть фишки, но остальное, сами знаете. Такие вот дела. Поэтому следующее видео выйдут, я не знаю когда, ну, как я уже сказал, ну, возможно, где-то в 20-х числах, то есть это мне нужно собрать, может раньше, не знаю, то есть у меня на ближайших выходных я буду делать комп, надеюсь, все, заберу все запчасти и буду делать комп, то есть как бы там уже будет видно, когда это что-нибудь там, не просто надо собрать комп, надо еще винду переустановить и все в таком духе, то есть все настроить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Теперь на этом уже точно все. Так что пишите в комментариях, что я уже сказал. Что думаете по видосу? Может написать свое, что вы думаете по Арк 2. Тоже как бы я не против. Вообще любая активность в комментариях. Да, я не сразу читаю, потому что я когда видосы не выкладываю, я захожу в браузер редко. Это у меня отдельный браузер. То есть вот Opera у меня отдельный браузер чисто для YouTube. Ну, то есть, для вот этой всей активности. Вот, поэтому... А тогда я всегда все комментарии читаю. Баню людей, не баню людей. Отвечаю на комментарии. Даже вот видос, которому уже хреново тучу лет, я даже на него ответил. Ну, блин, а чё, чувак спросил, чё? Такие вот дела. Ладно, все, на этом уже с вами буду, пожалуй, общаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Всем пока.